Всем привет, и мы смотрим финал между командами Republic Раки Драки на капе 43-м. Да, первые игры я не мог стримить, потому что я сам играл за стендином за команду за Шквар. Только что играли, мы закончили играть против команды Раки Драки. Ну и сейчас мы будем смотреть игру финала. 7 команд, напомню, было на этом капе. Ну, на этом капе участвовала команда за Шквар, за которую я играл стендином, ВВВ, Раки Драки, вот сейчас который ВВВЦ, их замашнили команда Inside IP и команда Republic, которая сейчас сыграет в финале против команды Раки Драки. Ну и бан, и также Батрайдер от команды Раки Драки и Никс, и Найкс от команды Republic. И Висп от команды Раки Драки забанен. РП, Applejack, Remix, Bendor, Vendetta и Quattro состав команды Republic. Ну и команда Раки Драки, Опа Ганг, Трэшбот, Крабс, Морф и Рамон на эту игру. Ну и Магнус от команды Republic заезжает. Five seconds remaining. Reserve time. Ну, пока отойду я. Нам время. Radiant team pick. Shadow Demon. Dire team pick. Gyrocopter. Radiant team pick. Ten seconds remaining. Five seconds remaining. Reserve time. Dire team ban. Radiant team ban. Dire team ban. Radiant team pick. Ten seconds remaining. Five seconds remaining. Так, возвращаюсь я в игру. Ну и тут баны у нас Лешрак, Тайдхантер от команды Republic добавились, и Дарксир с Рубиком от команды Раки Драки. Магнус Гирокоптер и Мирана Шадов Демоном от команды Раки Драки. Admiral Conker. Dire team pick.
Takira. Radiant team pick. Ну и Джакира от команды Republic, Кунка от команды Раки Драки забирается. Ten seconds remaining. Five seconds remaining. Так, резервное время у нас идет. Вот рассказывал, сейчас идет дефенс параллельный из Старладера игры. Команда Empire уже выиграла две игры. Как ни странно. Обыграли они Роксов, обыграли они K2. Ну и сейчас будут играть с Фнатиками на Старладере. Лост и компания. Ну и Молза закончили на четвертом месте. В Старладере выиграли они свои сегодняшние две игры. И посмотрим, хватит ли это им. Эти победы выиграть, остаться, сохраниться на четвертом месте. Но Альянсы, мне кажется, однозначно будут третьи. Virtus.pro, Na'Vi, Альянс, Маус. Может быть, вот так вот поедут они на финалы в Киев. Ну и у нас тут Джакира, Undying, Лина и Клинкс от команды Раки Драки, Undying от команды Republic. Забанили Девойера и Баунти Хантера. Две команды. БХ забанили Раки Драки, Девойера забанили команды Republic. Ну и последний пик за командой Republic. Кто же это будет? Барлок. Вот как Барлок решает забрать команду Republic, ну и разбирает героев. Морф, Мирана, Крабс, ШД, Трэшбот, Конка, Рамон, Лина. И опа, ганка у нас. Так. Да. Ну и опа, ганка у нас Клинкс. Ну и Applejack у нас Warlock, Джакира Remix, Бендор Герокоптер, Виндетта Undying и Куастра Магнус. Так, будем с ледяным худом играть. Так, good luck, fun. Парни пишут друг другу. 30 seconds to battle. The battle begins. Ну и пока варды ставятся. Хаста у нас появляется на ботом лайне. Клинкс вкачал инвиз. Ну и Магнус будет ставить против Мираны. Трипла против Андайнга соло.
Интересно. Расклад. А, нет, вот. Да. Против триплы у нас будет стоять Undying, и наверху Клинкс против Герокоптера, Варлока и Джакира. Так, да, стрим идет. Всем привет, кто смотрит. Это 43-й кап Барена. Финал смотрим. Напомню, что на первой игре я не стримил, потому что играл сам. Стендином за команду, за шквар. Ну и Disruption. Вкачивает Shadow Demon. И будет сейчас проблема, мне кажется, у Магнуса. Есть Кьювер. Лина. Так, ставит Сентри. Ну и ШД. Здесь тоже недалеко. Так, вот как тут убивает курьера у нас. Саппорты команды. Раки-драки. А как там можно было смотреть? Ну, там, мне кажется, был ботл. Так думаю, для Магнуса. Ну и ему придется теперь подождать. Сейчас будет Disruption закрывать. Вот, сейчас вот Disruption. Ну, это ФБ. Лина стан. Ой-ой-ой-ой-ой. Лина промахивается, Магнус ушивает. Да, неудачно загангали. Магнус на последнюю ману прожал Скьювер и уехал от троих героев команды Раки-Драки. Так, тут Клинкс под фатал-бандами проседает. Хп 36, неужели умрет? Так, вот хилка пошла. Ну и выживет. Должен выжить. Ну и Герокоптер с скрипами и с Джакира вместе ломали таур. Ну и Кунг у нас рефармливает. Undying у нас тут терпит, конечно. Ну, четвертый левел имеет. Я бы так сказал, неплохо. Но у Кунги он пятый. Так. Миран у нас с хостой. Есть уже стрела. Так, и Герокоптера здесь возникли чуть проблемы. Так, отхиливает. Ну и пока везде спокойно у нас. Так, возрождается у нас курьер. Ну и саппорты команды Раки-Драки фармят. Все нормально. Так, хоста активируется, и тут у нас проблемы у Мирана сейчас могут быть. Магнус появился, ботл, есть кьюер. Ну и что будет делать? Отходит нас Магнус, отходит Мирана. Ну и внизу у нас Клинкс 1700.
Еще голды уже имеет. 10 крипов. Так, опять банды пошли. Ну и проседает, начинает проседать Склинкс. По хп от бандов. Фатал бандов. Ну и скоро Обливен Став появится первый у Клинкса. Вкачал ульт. Так, и Магнус тут. Можно попробовать сейчас забрать. Спрячь сейчас, нет, уедет, уедет, уедет. Магнус на скьювере. Ну и Магнусу пока что-то очень не везет в этой игре. 6-й левел есть Ревис Полярити. У Кунки уже 7-й. У Кунки уже есть фейзы. Сразу будет он делать лотар, мне кажется, так. Что ж тут терять? Ну и... Магнусу, да, здесь не сладко. Стоит, его гангуют. Пытаются. И Джакира на сделал стак такой. Появляется у нас вот еще спауны. У нас для гирокоптера все здесь стакается. Ну и Клинкс. Клинкс, Клинкс. Так, решил он аквилы сделать. Ну, сразу будет Обливен Став первый уже для него. Ну и Кунка пока спокойно фармит. Да, есть 1600. Сейчас будет лотар для него, мне кажется, как раз. Так, решает, решает, возьмет ли. Но пока не покупает. Ну и смотрим, идет Мирана у нас в инвизе. Ну и проблемы будут сейчас. Так, нет, тут вот стоит центряк такой. Клинкс. Видите, то, что у нас так на спауны. Вот тут Миран уже и гирокоптер. Гирокоптер есть кулдаун. Нету, нет еще кулдауна. Ультует Мирана, и это First Blood. Умирает у нас гирокоптер. Проблемы у Варлока. Спауны тут блочат. Ну и отходит, отходит, сделали форсблат команд драки в драке. Так, сюда. Ульты еще нет у Мираны. Так, Магнус двоих увел, Рейс Поляри, типа двоим тут Варлок. И это минус. Нет, еще все живут. Мирана ушла, так, Мирана должна умереть, 6. Уходит она, минус Магнус. Проблема у Джакиры. Лед. Так, вот это было лишнее минус Джакира. Ну и все ушли так. Рано так вообще ушла на хп 7. 1900 голды имеет она уже. Ну и 9 минут у нас идет. Гирокоптер настакал. Сейчас стакл разбил. То, что было ему настакано. Будет делать сразу себе доминатор. Ну и андайнга тут проблем. Минус умирает Лина. Так, минус ШД должен быть. Да, это минус ШД. Ой, минус андайнг. ШД же за команду драки-драки. Да, что-то я попутал. Ну и счет у нас 4-1. Джакира. Так, появляется хоста у нас на ботом лайне. Подбирает ее. Магнус. Ну и можно Кунку здесь попробовать забрать. Кунки есть корабль. Ой-ой-ой-ой-ой, промахивается.
Торрент промахивает скунка, ну и на хосте тут... Ой-ой-ой-ой, просто сейчас умрет. Да, так, ШД прячет. Ну, ничего тоже толком сейчас не сделает, нет маны. Так, стан Лина, ой-ой-ой, ульта нету у Лины. Или есть, нету еще ульты. Магнус живет. Так, сбивает ботл. Мирана приходит, там бат, Undying, Undying культует. Это минус. Минус Undying, ну и умирает Лина здесь. Ну и Мирана тоже. Потерпела немножко. Это так же, как мы начинали против Раки Драки. Так, пока 5-4 равный счет. Ну и Shadow амулет появляется на Сукунке. Ну и Варлок. Варлок есть голем. Клинк заденайдил Таур. Ну и Герокоптер собрал Доминатор все-таки. Так, Клинк тут в инвизе, есть ШД. Сейчас спрячет кого-нибудь. Так, прячет нас Герокоптера. Так, это минус Герокоптер. Убили Лину. Нет, что-то я путаю. Надо же, я попутал, убили там Герокоптера одного, Лину тогда забрали. Так, промахивается просто рядом стрелой на Смирала. Голем, ой-ой-ой. Просто это минус Клинкс. Клинкс должен умирать. Да, Клинкс умирает. Проблему с ШД замораживают, минус ШД. Ну и Мирана тоже здесь должна отъезжать. Приезжает Магнус, байбек Мирана делает. Ну и идут на Т2. Ой-ой-ой, Мирана так линкуется. Кулдаун отъехал у Герокоптера. Есть реус полярити у Магнуса. Стрелой промахивается. Ну и голем пойдет сейчас на разведку. Ну и надо отходить команде. Да, вот ТП идет Варлок на мидл. Варлок там умер. Так, тут еще дальше продолжать корабль от Кунки. Какой просто замечательный Магнус тут рез полярити. Магнус отъезжает. Ну и Варлок у нас, как я говорил, ушел на мидл. Ну, сейчас был бы Зевс, мне кажется, кто-нибудь точно умер бы здесь. Ну и Кунка 80 крипов за 14-13 минут где-то примерно. И великолепный минус 4 от команды Раки Драки. Посмотрим на экспы 3000, более 3000 у команды Раки Драки. Ну и 5000 по голде. Но это будет минус Таур сейчас за команды Раки Драки. Глиф прожимают. Ну и начинает нарезать у нас. Ну должен упасть у нас Таур. Да, торрент. Успевает уйти. Магнус с Герокоптером прилетает уже на сломанный Таур. Ну и Кунка есть Лотар. Появляется в урну и Лотар. Так можно сказать. Ну и Обливин став первый есть у Клинкса. Диффуза появляется у нас у Мираны. Так, надо принести только в курьере. Вот в курьер положил. Да, и несет себе.
Ну и у Магнуса через 10 секунд откатит Реверс Полярити. И посмотрим. Внизу у нас Кунка на низ переместился. Все неплохо. Ну и будем мы наблюдать сейчас. Что у нас тут произойдет? А Клинкс у нас наверху тем временем. Dire's bottom tower is under attack. It heals like the salt sea air. Ну и Клинкс должен уйти сейчас в инвиз. Видели его. Думали, что он пошел до вышки. Останавливают крипов, чтоб дальше не проходили. Ну и скоро появится сотый крип у нас у Кунки. В инвизе Клинкс бегает, видит гирокоптера. Так, ультует Мирана, умирает Магнус. Голем тут от Варлока. Живет Мирана. Мирана. Ну и только разменяли, забрали Магнуса. Команда Раки-Драки тут смог прям на варду. На Сентрике. Весело было. Да. Такой смог на варду должны понимать команда. То, что их нету. Ну и Митрил Хаммер скоро появится у гирокоптера. И потом всего лишь надо будет нафармить на рецепт БКБ. Чтобы он уже был. Ну и Кунка 1800 голды имеет. Честно, ни разу не играл за Кунку. Попробовать как-нибудь. Так, тут умирает наш ШД. Разминали на гирокоптера. Так, и смотрим дальше. За дотой. Вот, появляется у Арчит у Клинкса. Надо принести, вот летит в курьере. Внизу у нас Кунка 2,5. Практически уже идет до на Т2. Так, улетает в мидл. Тут тоже, мне кажется, будет смог сейчас. Нет, нету смока. Здесь проблема будет сейчас у гирокоптера. Арчит. Но не успевает убить. Интересно, такие варды тоже стоят здесь. Ну и посмотрим, что они будут извлекать из этого, то, что они собрались на топ-лайне. Или они решают отойти. Или нагло просто даже фармит в лесу, видит Джакира. Ну и Джакира можно забрать Клинксу в одиночку. Так, тут вот Disruption прячет гирокоптера. Торрент ультует Лина. Минус гирокоптера, минус Джакира. Голем. Минус Undying. Так, минус Варлок. И Магнус тоже должен отъезжать у нас.
Выживает, выживает Магнус. 1500. Если бы сейчас умер, ему бы еще до даггера. Ой-ой-ой, как далеко было бы. Счет 16-9 становится. Ну и Кунка покупает кристаллис, будет доедалос. Так, демонейдж. До демонейджа еще далеко. Ну и решают они на Рошана зайти, нет? Нет, дальше продолжает фармить. Так, ну и сверху тут Клинкс. Опять наводит смуту на парней команды Republic. То, что он не уходит отсюда, продвигает крипов. Ну и пятером решается теперь ходить команда РП. Остается рецепт для гирокоптера на БКБ. 1000 голды. Ну и нагло-нагло находится команда Раки в драке. Так вот ультует Мирана. Ну и сейчас будет заход. Вот видит тут гирокоптера. Вот так, и это минус Варлок будет. Да-да-да, минус Варлок. Лина забирает. Так, станом промахивается у нас Джакира. Тамба. Ульта, почему-то так прячет. Почему-то не ультанул, я так и не понял. Вот ульта. И это респалерити просто. Минус Мирана, минус ШД. Так, байбек Мирана опять. Морф. Ну и Клинкс у нас там по-прежнему замирает. Таура. Так, даггер появляется у Магнуса, минус тауэр от Клинкса. Ну и счет у нас 17-11. 22 минута, можно посмотреть. Да-да-да. Так, XP у нас более 15 тысяч. За команды Раки в драке. Голды тоже 15 тысяч. Ракета осветит в Мирану. Не сбивает почему-то ее, попадает. Ну и Мекас уже скоро на подходе у Лины. Есть арканы, тоже хорошо. Клинкс у нас делает ПТ. 1700 голды у него. Что у нас у Кунки? Кунка покупает Demon Age. И остается у него, я так понял, рецепт, который стоит 1000. Так, здесь гирокоптер сейчас в торрент попадет. Так, Лина рано ультанул, но убили. Голем пошел от Варлока. Уводит Магнус. Так, арканы. Ну и ультанул. Ультанул Миранова. Отойдут. Должны уйти отсюда. Да, лед просто в никуда. Улетает Маслина на базу. Так, ну и рецепт. Стоит 900 голды. И по-прежнему у нас, по-прежнему. Пару человек у нас в лесу. Ну, Клинкс, мне кажется, вернется. Покупает себе тоже Demon Age. Тоже, мне кажется, у него будет тоже доедалос. Криты, ну, может быть, и МКБ видит гирокоптера. Так, сало. С руки просто как гирокоптер нарезает Клинкса. Так, и оба умирают. Это весело, такое веселое самоубийство было. Ну, не самоубийство, как это. Забрали друг друга. На 25-й минуте. И мидл, смотрим тут. Джакира стан, Мирану. Миран у нас ДД, Лина ультует. Страйк. Санстрайк. Санстрайк, санстрайк. Так, ну и Мекки еще тоже нет по-прежнему. Джакира.
Варлок у нас тоже. Как саппорт что решает. Так, стрела прилетела Магнуса. Задинай Дельтаур. Яша появляется у Мираны. Так, ну и также зашли в лес. Команда Раки-Драки. Так, вот да, Дейдалс появляется у Кунки. Это уже серьезно. На 26-й минуте. Ну и Смока нету. Форстав появляется у нас у Шадоу Демона. С арканами. Тоже неплохо. Ну и будут сейчас заходить, мне кажется, на Т3. В скором времени команда раков. Раков. 187 крипов у нас в пункте. 134 умираны. Гирокоптер 124 за 20. Буквально за 20 минут. Так, вот гирокоптер появляется у нас в БКБ. Ну и надо. Подраться команде ПР. Так, тут Undying сейчас трянет. Форстафнули его, походу, я так думаю. Чтобы он там не встревал. Ну и на Т3. Так, стрелой попадает. Тут гирокоптера проблемы. ШД здесь встревает, ШД прячет. Голем от Варлока, минус. Минус Мирана, минус Лина. Да, что-то я сейчас не понял, что сделала команда Раки-Драки так. Нафидел, грубо говоря, Мираны. Который там был уже на подходе. Так, ну... Мне кажется, здесь... Манта, мне кажется, тут будет собираться, можно. Ультимейт Орб. Так, проблема тут умирает, просто Undying Solo забирает его Клинкс. 2000 голды есть. Ну и Кунка. Тоже неплохо фармит, 208 крипов уже для 30 минуты. Неплохо так получается у нас в этой игре. Ну и сейчас пойдут на Рошан, нет? Так, инвиз появляется. Так вот, да, это будет сейчас минус Рошан. Инвиз у нас на ботом лайне есть. Ну и парни из команды РП будет играть от дефа. Так, пауза ставится у нас. Ну и пока ставится пауза, я пойду посмотрю, что там у нас. Нави начали играть против Маус на дефенсе. И Empires Fnatic начали играть на StarLadder Quantic Soslip Gaming. Напомню вам, потом Альянс Fnatic будет играть на StarLadder. Ну и под конец Caipi против For Friends. Должны играть сегодня.
Так, ну и по-прежнему у нас пауза пока стоит. Я пока лазю на сайтах, StarLadder смотрю. Да, напомню, DreamHack начнется в эти выходные. Напомню. По дисциплинам StarCraft, Dota 2 и CSGO. Ну и скоро финалы. Финал StarLadder уже. Уже везде подходит к концу игры. ТСМ у нас остается по CSGO одна игра, кому интересно там. Нави, по сути, должны сегодня играть. А нет, Нави. Перенесли игры Нави. Я имею в виду Нави CSGO состав. Ну, Нави на дефенсе играют против Маузов. Напомню сейчас. Так, ну и по-прежнему у нас по-прежнему пауза. Довольно она затягивается очень долго. Лол. Отключается Джакира, отключается Герокоптер, у нас тут отключается Шадоу Демон. Так, Джакира возвращается. Возвращается Герокоптер, возвращается ШД. Давайте уже начнем. Начнем мы смотреть за Dota сегодня. Так, отжимается пауза. Перестают они бить Рошана. Так, Рошан забирает нас команда Раки в драке. Да, доедалось это будет у Клинкса. Ну и проблемы Андайнга сейчас будут. Чухнул ситуацию, ушел.
Ну и гирокоптер пока в шею у нас тоже. Кроме БКБ и МКБ всяких пока ничего нету. БКБ и Лотары Фейзы. Доминатор, точнее, Лотары даже нету. А тут, конечно, возможно было бы Лотар собрать игроку команды РП. Тут Миран у нас снизу, есть инвиз в ботле. И есть ульт. Так, вот манта появляется у Мираны. Ну и стоят, пока не заходят доминатору пунки. И не заходят они пока на Т3. Так, инвиз Мирана активирует. Пунка тоже может Лотар. Ну и пока спокойно ждут команды РП врыва команды Раки-Драки, но Раки-Драки пока не собирается заходить. Так, проблема Магнуса. Можно цеплять. Нет. Не стали цеплять они его. Ну и непонятно, до скольки хотят парни продержать эту игру. Так, и вот заходит на Т3. Это опять решает отойти. В общем, не торопится, я так понял, у нас парни, игроки команды Раки-Драки. Клинкс там разрушил тауэр. Остались только бараки, ну и на миде тоже тауэр. Так, спрятал себя ШД. Тут Миранов манта стайл. Минус бараки. Да, падает у нас барак на ботом лайне. Ну и Клинкс у нас. Так, тут Голем минус Кунка. Так, ультует тут Мираны. Мека. Минус ШД Мирана. Мирана выжила. Отъехала Лина, Кунка. Кунка тоже ушел на хп 20 где-то. Ну да, и вот чего боялись. Команда Раки-Драки, я так думаю. Ну и МКБ на подходе у гирокоптера. Есть уже первый Джавелин. Джавелин. Так, Клинкс Дейдалос появляется. Ну, Клинкс спокойно в лесу команды РП разгуливает. Есть Аегис, еще будет действовать. Надо реализовывать Аегис по-любому. Да, рисует тут тактику, что отсюда заходить надо, да, с отсюда легче заходить, как тут все уже пропушено. Да, типа мидл, говорят, туда пока не суваться. Ну и Клинкс у нас еще покупает себе демонейдж. Я так думаю, это уже на рапиру, нет? Интересно, посмотрим, что это будет со второго Demon Age. Или еще один Daedalus. Возможно такое. Так, ультует Мирана. Тут у нас проблему. Ультанул Undying. Так, кулдаун. Кулдаун почему-то не ультовал у нас гирокоптер. Разменяли. Так, здесь умирает у нас Джакера. Так, здесь умрет Варлок.
Так, и вот ГГ, да? Так, кто умоет пацанов, да-да-да, ГГ. Ну и выходит. Ну и раки-драки берут. Берут снова кап. Так, отъезжает гирокоптер уже, не успевает. Ну и все вышли. Поздравляем команду. Раки-драки. С победой на очередном капе. Корабль тут на базу. Минус Джакира. Вот тут уже развлекуха пошла. Как всегда. Ну и Таур сейчас упадет. А вот пошел ломаться Таур у нас. И Radiant Victory. Клинкс на 20 левел 8 на 2. Кунка 19 3-3-10. Хотя Кунка тут жестковал. Шедоу Демон 12-2-7. Мирана 13-3. Лина 14 левел 3-5. Варлок 12 левел 2-4. Джакира 11-3-5. Гирокоптер 16-5-8. Андайнг 3-6. Магнус 6-6. 15 левел. 244 крипа у Кунки, 199 у Мираны, 165 гирокоптер, Клинкс 149, Магнус 78, Андайнг у нас 41, Джакира 38, Лина 37, Шадоу Демон 22 и Варлок 20. Ну и 35-36 минут длилась у нас игра, Радиант побеждает, команда Раки-Драки. Ну и на этом с вами был Юрка, увидимся на капах. Услышимся на моих стримах.